среду, 4 октября, по данным сайта Архангельского гидрометцентра, в Северодвинске ночью ожидается 3 градуса тепла, днем 7. Ветер южный, умеренный, до 5 метров в секунду. Переменная облачность, небольшие осадки. Атмосферное давление к вечеру упадет до отметки 754 миллиметра ртутного столба. В народном календаре 4 октября – Кондрат и Ипат. Считалось, что в этот день нужно обязательно работать. Это сулило благополучие и хорошие финансы в ближайшее время. И наблюдали за приметами, какова погода 4 октября, такими будут и следующие 4 недели. На этом все. До свидания.